Всем привет, друзья! Сейчас я распакую посылочку из Китая. Как вы видите, здесь все очень даже аккуратно и красиво завернуто. Что здесь внутри, я не знаю. Пробил трехнобер, но что-то ничего не выдает. Ладно, сейчас распакуем и посмотрим, что китайцы мне туда засунули. Так, все аккуратно. Да, завернули они мне даже очень аккуратно. Коробочка картонная и вся замотанная этим самым изолентой прозрачной. Даже аж сложно открывать ее. Ага, все, ребятки, я уже увидел. Это часы. Часы «Железный человек». Третья часть. Так, коробку пустую в сторону. Вот такие вот у нас часики, хорошо завернутые, чтобы не разбился при транспортировке. Часики «Железный человек». Электронные. Смотрите, как все выглядит. Как стекло прям. Отображение, да? Прикольные. Так, смотрите, ребятки. Часы. Они вот это вот пластмассовое. Вот это вот все силиконовое. Ремешки силиконовые. Силиконовая. Металлическая. Они хоть работают. Сзади, видите, ничего нету. Все матового цвета. Матовые, силиконовые. Здесь какой-то обрубок такой. Так, а как они работают? Сейчас будем разбираться. Так, я не понял. Какой-то запах от них такой, знаете, непонятный. Так, а как их включить? Смотрите, я их так растягиваю, оно что-то там вылазит аж. Очень легкие. Цифровые, по идее. А, вот это может. О! Что-то загорелось. Здесь я на них вижу только лишь с правой стороны две кнопочки. Нижняя. Нажимаю. Ничего не появляется. Верхняя чего-то там загорается. 42. 42.27 я вижу. Ага, это оно так меняется. Как-то, если честно, клацать не особо удобно. Так, 30, 31. В них еще надо разобраться, я так понял. Так, это у нас 12.24 время. Так, сколько сейчас времени? Сейчас времени 14.40. Так, так. Типа вот так, наверное. Хотя как-то я сомневаюсь, что это так оно все работает. Короче, куча разных настроек и всего лишь две кнопки. Как-то китайцы это дело не продумали. Вот как все это чудо в перьях выглядит. Матовые, черного цвета. Это у нас пластик. Цвет такой серебристого цвета с отражением. Если честно, часики какие-то спорные. Не особо они мне нравятся. И вот я по ним как смотрю. Шурупчики. Не особо все понятно. 14.30 показывает. Вторую кнопку. Как-то они быстро тухнут. Вторую кнопку клацаешь. Настройки разные. Где дата, где день недели. Ничего не понятно. Одни цифры. Нужно во всем этом еще разобраться. Все, ребятки. Заказал я их в Китае на сайте AliExpress. Добрались они ко мне
примерно за 30 дней. Стоят они вроде как $4. Ссылку на этот товар выложу я в описании под этим видео. Видео, кто хочет купить, ну смотрите сами. Мне, если честно, они не особо понравились. Мне больше нравится, чтобы было все понятно видно. Ну, например, вот такие. Здесь все понятно. Где день недели, где день, где месяц, где время, где секундомеры. Все понятно. Здесь надо разобраться. Такого получился у нас коротенький обзор, ребята. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Кто хочет, можете покупать. Все, ребятки, всем спасибо за внимание и всем до скорого.